Планеты в центре системы сформировали Альянс. Он управлялся межпланетным парламентом и стал в бескрайнем космосе маяком цивилизации. Однако окраинные планеты отказались подчиниться власти Альянса. Началась страшная разрушительная война. Победа Альянса над независимыми обеспечила безопасность Вселенной. И теперь все мы имеем возможность наслаждаться благами цивилизации. А почему независимые пошли войной против нас? Почему они не захотели приобщиться к цивилизации? Я слышала, они каннибалы. Людей едят, только пожиратели. Все это выдумки. Ничего не выдумки. Они нападают на поселенцев из космоса, делают из их кожи одежду, убивают и насилуют. Анди Нитен. На удаленных окраинах вас могут подстерегать опасности. Мы способны дать независимым столько полезных знаний в разных областях. Почему они нам сопротивляются? Мы давим. Ривер? Людям не нравится, когда им что-то навязывают. Мы говорим им, что делать, как думать. Не ходи, не беги. Проникли в их дома, в их головы. А права не имеем. Мы слишком назойливы. Ривер, мы не навязываем людям свои идеи. Мы лишь учим их думать правильно.